Welcome! Мы проходим только на хардкоре. Максимальная сложность, максимальное безумие, максимальный угар. Денег, как всегда, ни хрена нету. Ёптать, слушайте, я, кажется, понял, что сейчас будет. Вот это вот азот, по-моему, да? Ой-ё! Я-то думал, ты как в оригинале сбросишь там, а в итоге я себя катил. Я офигею. Ну чё, окуньков жрать, что ли? Во-во-во-во! Вот это они оставили, это хорошо! Блин, вот этот жуть нагоняет, по идее. Блин, прям как в игре Зов Ктулху один в один. Все, хоррор начинается. Один из лучших моментов этой игры. Сейчас мы выйдем, и он должен, по идее, ролечек такой небольшой быть, как в оригинале, что он вылезает, показывает, типа, какую ёпта, вот я. Нет, тут не будет ролика! Тихо, тихо! На! Ой, ёпта! Так, его в оригинале можно было убить. Быстрее хватай! Да! Зажевываем окуня. Ну где остужатор этот? Беги, беги! Ой-ой-ой! Лоба! На! Ой, извините. На! Зараза, что вот это работает? Нет, не работает нихера! На! Я его завалить все-таки попробую. Он должен сдохнуть рано или поздно. Господи, кто звонит, ёптать? Алло, да, Эшли, потом спасу, все. Ёптать! Застрял, застрял! О! Тихо! На тебе! Блин, он какой-то страшный, он... А эксперты говорили, гиблое дело, ёптать! Фу на тебя! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, постойте, это не то ли... Я помню, в четвертом был завод... Бляха-муха, точно, Шрек! Держи, Луис, ты сильнее гиганта! Блин, я подумал, что Леон башкой этого ударил в лоб. Что вы забыли? Шрек с Фионой. По одному на каждого, да. И в итоге оба за мной пошли. Давай, тормитя! Не пойму, куда второй дел? Вы видали, какой он это? Хера себе, стелсер херов, прям как Акуда Матата тот. Так, я думаю, их лучше не спускать, а так замочить. Иначе награда уйдет. Глистюк вывалился. Слушай, ты он так это, как я прям лут собираю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Собаки нету, ребята, собаки нету, это херово. Без собаки трудно будет. Луис, тащи! Воу-воу! Давай сейчас его аж спинки шлепать будем, давай! Что случилось? Это я его так по спине хлопнул? Да, броню не пробить. Ой, херово такая. Давай! Так, нормально. Давай! Шлепай его как следует! Бомба-атака! Шлепки Леона! И второй раз шлепочек! Фу. Потенциал был великий. Так-так, квиктайм-ивент же! Блин, квиктайм-ивентов нету, жалко. Кстати, по-моему, озвучка что-то немножечко это. Тут такая более дикая. Тут он такой весь... Мои дети, старые... На! Давай! Хера он рубит! Так! Но нож у него всегда был классный, надо признать. Foolishness, Кеннеди. Foolishness. Might is control everything. Так, в этой игре он перемещается, а в оригинале он был жопой приклеенный, так сказать. Он этот чем-то напоминает, блин! Передвижением, как же эта игра называлась-то? 2D такая. Блин, забыл, там тоже такая, за массу играешь какую-то, поглощая людей там и всех. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не плеваться! Какое-то говно взрывающееся наступает, что за фигня? Кто-то что-то напевает. Так, давай! На заднем плане тиран поет. Вставай, вставай, вставай! Да, Кэрион игра! Вот, Кэрион, Кэрион! Один в один, точно, эксперты! Так, за секунду до удара Леон успевает... Принял. Тихо, тихо! Я даже встать не могу! Да я встать даже не могу! Говнюк! Так тебя! Блин, офигеть. На заднем плане тиран что-то напевает. Мистер Икс. Задолбался в какой-то херне это, ёб твою медь, а! Блин, за мной помет какой-то, блин, несется.
смысле? Ёб твою медь! Броники какими-то плевками, говном каким-то, который взрывается, валяется, сносится нахер. Вот оно, вот дерьмище это валяется. Бляха-муха, а? Броня-то как слетает от этого говна, а? Музыка играет, я такую музыку ожидал бы услышал в Final Fantasy, но, блин, не в Резиденте. Давай! Хорошим ножом, дорогим ножом. Ах! Блин, он струей тугой. Чё? Это чё сейчас? А чем это? Ты чем вплюнул? Блин, куда-то в лестницу какой-то... Все, он начал опять фонтанировать говном. Нету брони больше. Ладно, терпим. Нет, уже не терпим. Застрял! Опять в говне там застрял! Чё там? Блин, это все что ли? Блин, как-то он как-то слишком быстро он закончился. Не то что быстро, неожиданно. О, что-то я, кажется, узнаю эти локации. Кажется, я их узнаю. Пау! Давай! Сейчас он Ямато достанет! Хера! На ножах называется. На! На! Ах ты! Ах ты! Тихо, тихо, тихо! Давай на ножах. На! Ага! Давай! Так! Ага! На! Я тоже хорош на ножах! Ах ты, зараза! Да! Но! Нихера себе, он в кровище весь! Consider it your death, Leon. Блин, я успел его подорвать или нет? Так, я. В смысле, а как я должен это контрить? Эксперты говорят, как можно было Jesus перевести как черт? Отличная игра. И переводы замечательные. Так. Давай. Опа-на! Ах ты! О! Да! Окуней я ловил, чем занимался! Да в куриц стрелял! Так! Так! Блин, у меня нож сломался! Так! А тут квик-тайм-ивента не было, да? Мутант, ё-моё, капец. Причем леворукий. При виде Эшли тут энтузиастами все становятся. А, двурукий! Он перешел на новый уровень. Так. Зашибись. Мой ножик просто лучший. Зараза! А музыка какая классная играет, а? Final Fantasy какой-то, если честно. Отпусти! Что он делает? Чего? А, отлично, отлично, отлично. А как я тут должен... Просто зашибись, а? Хардкор. Он так же, как Рамон Салазар, что-то рандомно отъехал. Как какие-то боссы странные здесь. То у них дохера здоровья, то нету здоровья. Нож разведчика. Блин, нож хороший взяли. А я все спрашиваю, где субтитры нормальные? У нас тут чиздец, как черт перевод. Ладно, хоть Краузера крузером не назвали. Мы идем к финалу. О, а там другая висит. Вот это ли он дает? Две, так сказать, это... Там просто ада висит, Эшли. Ты, конечно, тоже, но там ада. А если бы он стрелял так же, как я, когда Вэшли спасал, Аду бы пристрелил. Я понял, что их всех так распирает. При виде таких, как Ада или Эшли, и всех что-то вылезать начинает в этой игре. Я буду рвать сейчас вам всем. И опять как какой-то хор этих запел. Блин, что он там вообще прямо базарит? Во! Тихо, тихо! Ага. Обдал тоже жидкой струей. Я все думаю, от кого Салазар научился
А как я должен увернуться от этого говна его? Давай! Мелкая хрень, а? Откуда вы повылезали тут, а? Йо, чё он делает? Блин, у меня все в глазах плывет. Какую он сатану устраивает? Я охренею! Давай ты хоть ты-то уходи! Уходи, уходи, уходи! Ни хер с этими пулями! О-о-о! Тихо! Чё мне делать-то в таком случае? Я же... Опять он этих призвал, мелких. Хоть бы один бы сейф бы был. Ой, сейф, господи. Вот когда тут он струю пускает, как от нее избавляться, хер его знает вообще. Ага. Подальше, чтобы не задели щупальца. Он ссать начинает. Нужно присесть, ага. Леон же все медленно делает. Ему нажимаешь на ее, он вместо того, чтобы сесть... Я охренею. Ой, здорово. Здорово. Ага, да, увернулись. Одни тентакли гребаные. Ага, опять струя кала тягучая это. Ну ты-то... Призвал, блин, мухосранск херов призвали. Ага, присели. Блин, петухи, пошли вы нафиг. Что-то он вообще скакать начал. А, ну зашибись, ну ништяк вообще. Зашибись просто, вообще ништяк. Ой, сейчас я улечу. Блин. Яй-яй-яй. Ух, нихера. Блин, ну как в меня попадает эта херня? Нужно больше травы. Вообще определенно больше. Зараза. Задолбали вы, а? Не понял. Давай, во. А, да, вот, я присел, называется. Я знал, что он это сделает. Я присел, но он ни хера. Есть. Ага. Ну, так. Чё, замочил? Нет, не, вряд ли замочил. Чё, замочил? Бляха-муха. Это что это за херня? Хера! Нихера себе его раздуло-то! Блин, это что за херня? Во, давай, ну наконец-то, ё-моё! Блин, Final Fantasy какой-то, я... Фига! Чё за игра? Офигеть, а чего его так раздуло-то? Он чё там-то, он чё, астероиды принял, что ли, перед тем? Я там травы нафыгался, этот на астероидах, ё-моё, да? Хераси его раздуло. Откуда он такую массу-то хоть набрал? Глистами такой весь обкрылся. Ида. What the hell are you doing? What the hell are you doing? Ты чё, бля, творишь? Переводы не перестают удивлять. О, вот это резидент. Чё орёшь? Фиг знает. Ладно, хоть я. Или ещё лучше. Быстрее, сваливаем. Чья эта жопа там сгорела? А чё с торговцем стало? Уэлком выжил? Уэлком должен выжить. Уэлком навсегда! Resident Evil 4. Welcome Edition. Закончился этот резидент, так сказать. Ещё дополнение впереди, но там посмотрим. Там видно будет уже чё да как. А я отправляюсь в город. Пока-пока, спасибо, что присутствовали. Удачи всем, до новых встреч.